К другой теме. Сегодня наши школьники сдавали резервный ЕГЭ по русскому. Это те, кто не справился в первый раз или не присутствовал на экзамене по уважительной причине. А завтра выпускники попробуют себя еще раз в математике. Она в этом году была разделена на базовый уровень для всех и профильный для поступления. Те, кто сдавали базу, пошли на первый этап и потом профиль. В случае поражения на профиле, собственно говоря, экзамен сдали, потому что они сдали базовый уровень. Те, кто выбрали только профильный уровень и не сдавали базу, и не сдали, к сожалению, попадут в число тех, кто завтра пойдет на пересдачу. Елена Завальнюк отметила хорошие результаты в этом году по русскому – 2 100-бальника. Остальные предметы нынешние выпускники сдали примерно так же, как и в прошлом году. Для многих ЕГЭ уже позади, поэтому школьники празднуют выпускные балы. Массово они пройдут с 23 по 27 июня. А в четверг больше 50 выпускников получат заслуженные медали за особые успехи в учении.